Цель задачи – написать кастомный хэшмэп. Параметризуем его типами KV, KVL. Под капотом хэшмэп будет содержать некоторое количество бакетов, в каждом из которых будет linked list, то есть классическая схема. Значит, private static final int количество бакетов. Bucket count 16. Так, внутри бакеты. Их фиксированное количество. И это linked листы. Custom linked list. То есть, соответственно, custom hashmap у нас базируется на кастомном linked листе. Все свое. Параметризованный типом custom entry. Сейчас его заведем. 3. Okay. Да, кстати, custom entry уже завел. Это просто тип, в котором есть key value, key финальный, value можно менять. Так, да, и в нем есть getter, setter, hashcode и ORS constructor при помощи аннотации lambok полученные. Так. Так, и завели массив такой. Также есть переменная, в которой хранится, сколько айтемов юзер уже положил в наш map. Добавляем конструкторы. Public. Точнее, один конструктор. Так. Тут будет некоторый метод initialize. Метод. Так. Getter для size. Называется size. Также метод isEmpty. isEmpty. Отвечает true, если size равно нулю. Так, методы get получение value по ключу object key. Так, пока return null. В принципе, типка. Так, get put public void put ключ и значение. Так, проверим у оригинального хэшмэпа. У него put возвращает, кстати, v. Также сделаем мы. Так. Потом методы. Так, contains, contains key. Возвращающий boolean. Okay. Так, тоже тудушка. И contains value. Так. Дальше.
кроме get put должен быть, конечно же, remove. Ключ. Так. И метод clear. Clear. А здесь называется опять же initialize. Должен быть еще метод toString. Так, надо дописать. Начнем с метода initialize. Так, у нас есть бакеты. New custom. Linked list реинициализируем длиной buckets count 16. Потом проходим по всем бакетам и создаем там пустой linked list. Значит, так, var custom linked list. Так, и size равен 0. После initialize. Также, как в обычном хешмейпе, для ключа null хранить отдельно значение, поэтому заведем переменную. Value for 0k normal null. Соответственно, здесь при initialize она сбрасывается в null. Initialize написали. Так, так, так. Можно попробовать начать писать тесты. Тесты. Size. Значит, создаем новый custom hashmap. Убеждаемся в том, что size равен 0. Так. Потом делаем put. Put. Size равен 1. Еще раз put. Size теперь 2. Теперь тот же ключ на другое value. Size должен остаться равен 2. Так, из empty. Так, из empty. И один put. Дальше. Тут будет get and put. Так, contains key. Так, assert false.
put. После чего тут должен быть true. Так. Так, ключ 2 содержится, ключ 7 содержится, ключ. Так, ключ 5 не содержится. Contains value. Начало тоже. Contains value. Так, get and put. Добавляем, создаем map. Put возвращает value. Должно быть 5, значит. 7, 45, 45. Так, потом get должен пройтись и проверить наличие. Так. Get. Ну и, соответственно, для, например, 156 должен быть null value. Так. Так, кстати, надо добавить тест, когда хэши совпадают. Это же хэш-мэп. Get and put when hash collided, сталкивается. Сейчас создаем хэшмэп типа my object integer. Так. Класс MyObject содержит поле value, конструктор, хэш-код, unit await. Хэш-код будет 34, всегда один и тот же. Так, equals. Сильно не меняем его. Так, значит, есть мой объект. И мы создаем мой объект с одним value. Тут будет object. Так, key 1. Помещаем в map с ключом одним одно значение. Проверяем. Ответ 5. Повторяем эту процедуру. Ключ
чем другим, другим значением. Так, теперь эти два объекта были ключами. У них есть одинаковый хэш-код, они внутри под капотом должны попасть в один и тот же linked-list. Сейчас мы делаем get по ключу 1. Там должен быть 5. И по ключу 2 там должен быть 45. То есть, несмотря на коллизию хэша, объекты не должны потеряться. Но и по-прежнему несуществующий должен выдавать null value. Также надо написать тест для get и put с поддержкой null ключа get and put for null key. Перемешаем это с обычными путами. Так, чего не работает? А, чего ты? Тут зрят. Так, дальше. Пут. 0, 45, 45. 7. И потом геты должны удачно доставать все эти значения. То есть из 2 5, из 7 89, из 0 45. 6 не существует. Так, хорошо. Так, remove clear и toString. Так, toString быстрее всего. Так, два пута. Так, set z map to string is. Так, что хотим получить? 2, 5, 7, 49 на 45. Так. Clear. Так, еще добавим. Да, пусть будет put null еще. Так. Потом геты пойдут. Два, пять, 45. Так. Потом мы это вызываем clear. И теперь все это должно выдавать на уголе. Так, из уголе.
Контейнский, контейнс value. То же самое. Контейнский. Должен быть false. Assert false. То же самое. Contains value. Так, какие были value? 5, 45, 5, 45, 89. Так, так что-то я... что все в clear должно было быть. Так, тут стринг остался remove протестировать. Так, remove. Два, пять, семь, сорок пять, девять, семьдесят восемь. Потом через get все это проверим. Два, пять, семь, сорок пять, девять, семьдесят восемь. Потом делаем remove. Да, 45. Так, size проверяем. Z map size 2 должен быть равен. Так, из двух получаем 5 из 7. Теперь новое value из 9, 78. Потом делаем еще раз remove девятки. Тут 78. Повторный remove должен давать просто новое value. Теперь size должен быть равен единице. И повторные геты. Так, девятка, тут на роли. Так, это еще. А, еще remove final. Последний тест. Потом начнем имплементацию. Окей. Map put 0.45. Так. Get 2.5, get 2. Контейнский now тоже true. Потом делаем remove. Повторно remove null должен.
создать новую value. И теперь contents scan now должен давать false. Ну а двойка должна содержаться все еще. Так, все. Отпускаем. Все тесты упали, все как надо. Так, переходим к имплементации. Сколько тут ушек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть тут ушек. Так, 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 так. Ну, contains key написать легко. Здесь надо просто сделать get по ключу. И если он не равен null. Так. Total contains value. Сделать цикл по бакетам. Log bucket. Bucket типа custom linked list. По linked list тоже делаем цикл for each. Var core. Для этого надо чуть проапгрейдит наш linked list, чтобы он начал поддерживать for each функциональность. Так, для этого добавляем здесь implements iterable с типом t. И добавляем итератор в самом конце, правда. Так, заводим класс private class. Custom iterator. TPE implements iterator. TPE методы. Так. Здесь new custom iterator. Передаем туда. Так, сюда передаем head. Так. Теперь написать два метода. Так, ноды. Назовем это не cat, а cur. Значит, тут has next. Это если cur не равно null. И здесь cur value. Да, но надо еще сделать переключение на next, поэтому делаем так. Result. И cur. Cur next. Так. И это можно заменить в конструкторе. Constructor. Cur у нас переприсваивается, поэтому final нельзя. Файл нельзя использовать. Так, ну все, теперь можно вернуться к хэшмэпу. И теперь идем по бакетам. В каждом бакете идем по значениям этого linked list. Теперь уже поддерживается функциональность for each.
И если check equality value и cur get value, тогда return true, а иначе false. Так, v1. Тут тоже можно убрать. Так, здесь стандартная марка метод. Если v1 равно null, тогда return v2 равно null. А в этой ветке логики v1 не равно null, можем вызвать xless v2. Все. Так. Это contains key, contains value. Сколько тудушек? Раз, два, три, четыре тудушки еще. Так. Так, напишем get, например. Если отдельная ветка логики для ключа равна нулю. Ну, равно. Если k null, return value for null k. Так. Дальше. Вычисляем k хэш. Хэш ключа. Хэш код. И делим на bucket count, берем остаток. Отсюда получаем bucket number. Bucket number. У нас bucket count бакетов. Новая пара key value поместится в custom entry внутри одного из бакетов. Сейчас мы определили номер бакета. Так. Первым делом надо проверить в бакетах этот выбранный бакет, он пустой или нет. Так, это get. Значит, если пустой, возвращаем null. Так. Потом, если не пустой, делаем цикл по bucket number по элементам этого бакета. То есть мы выбрали конкретный bucket number, убедились, что он не пустой. Идем по элементам этого бакета, а это linked list, и проверяем. Если, опять же, check equality, k и cur get k. Get k. Так, что-то не нравится. А, тут должен быть object. Object. Да, немножко переименуем. Если ключи равны, то возвращаем cur get value. Начинал. Так, get дописали. С путом похожая история. Если k равно null, тогда value for null k равно value и возвращаем value. Так. Опять определяем bucket number в случае, если k не равен null.
Проверяем. Этот бакет пустой или нет. И если он пустой, то нам надо просто в этот бакет. Ой, добавить. New custom entry. Окей, выйдем. Return. А, и тут еще сайз увеличить. Счетчик айтема внутри коллекции нашей. Так, тут ветка логики, где и ключ не равен null, и бакет не пустой. Тогда опять же идем. Так. Да, тут надо вот так. Значит, идем по элементам этого бакета. Проверяем quality. Если нашли элемент с таким ключом, то надо сделать вот тут вот cur set value. Записать туда value. Потом это value вернуть. Все, и вот здесь ветка логики, когда такого ключа нету в списке бакетов, поэтому надо просто добавить add. Так вот. Output value. И size плюс плюс сделать. Осталось только remove to string. Попробуем теста. Так, 5 теста уже проходит. Так, падает to string. Сейчас можно им заняться. Кстати, он еще не реализован. Надо получить вот такие пары. Так, для этого создадим string builder. Потому что надо конкатенировать строки много. Так, пройдемся по всем бакетам. Внутри них по всем элементам каждого linked листа. Так, вот item. И приклеиваем к string builder такое выражение. Item get key плюс плюс item get value. Так, а здесь надо скобочки фигурные, значит, для этого to string. Проверим to string. Так, надо отрезать последний кусочек. Substring. Нуля, USB length, минус 2. Так, прошло. Здесь чуть так вот сделаем.
Остался ремов. Ремов. Если ключ равен нулю, так, то у меня result его надо, собственно, обнулить. И size минус минус сделать. Так, вот эта ветка логики. Если ключ не равен нулю, тогда стандартно рассчитываем bucket number, используя хэш ключа. Потом да, берем конкретный бакет, идем по его элементам. Да, это core. И нам надо ремонт сделать. Нам надо найти ключ. Такой же ключ надо. Если check equality key core get key. Так. Тогда надо ремонт сделать. Значит, берем. Так. Buckets. Bucket number. Remove core. Делаем size минус минус, не забываем. И надо вернуть результат типа V. Значит, до удаления надо его сохранить. Так, result. Так, result равен cur get value. Но здесь, кстати, опасно, потому что мы идем по циклу и из этого же цикла делаем remove. Так не рекомендуется делать, но поскольку мы сразу после этого, с этого цикла выходим наружу, в принципе, поэтому ставим так. Так, значит, result изъяли, remove сделали и вышли. Так, а тут now посмотрим тесты. Тесты все покажут. Вроде окей. Так. Все, считаем это решением.